Друзья, всем привет! Вы на канале с Аленой. Друзья, сегодня с вами говорим о боли в горле, ОРЗ и различных симптомах, первых проявлениях простудных заболеваний. На что важно обратить будет внимание. Во-первых, в эти дни еда должна быть достаточно максимально простая. Во-вторых, вы должны будете следить за тем, чтобы вы ферментативно ее усваивали. И в-третьих, проработать кишечник, дать себе микрофлору, дать себе вовремя хлорофилл, поработать с лимфодренажем, то есть вовремя подвигаться, и обязательно, друзья, соблюдать водный баланс. Плюс, друзья, тем, у кого есть проблема с антиоксидантами и витаминами, можно усилить помощь антиоксидантов, добавить чеснок, гутоколу, добавить бетаин для переваривания, поддержки пищеварительной системы и, конечно, восполнить недостаток пищеварительных ферментов, то есть есть еду с ферментами. И когда вы начинаете чувствовать и заболевать, то я бы добавила еще коллоидные минералы и добавила коллоидное серебро. Плюс добавила бы, конечно, коэнзим и витамин С. Это маленький список, который поможет на начальных этапах. И, конечно, если начинает болеть горло, то мы местно все это санируем и идем к доктору. Напоминаю, что вы на канале с психотерапевтом и вы на канале с консультантом по биологически активным компонентам. Жду вас сегодня в прямом эфире.